Друзья, всем огромный привет! Знакомьтесь. Привет. Юля, компания «Стройгарант Анапа». Мы находимся сейчас возле нашего офиса. Он находится в станице Гастагаевская по адресу улица Советская, 100А. Так как очень много поступает вопросов по поводу недвижимости, многие хотят переехать на юг, поэтому я решила больше внимания уделять именно недвижимости. Пойдемте посмотрим, да? Кстати, ребят, смотрите, номера телефона есть. Можете записать. Здесь находится ваш офис, юридический. Добрый отдел, день. Бухгалтерия, арабы, корректировщики и отдел продаж. Что будем сегодня? Какой дом смотреть? Будем с вами смотреть два дома, 130 квадратных метров. Угу. Хорошо, отлично. У вас точечные застройки, да, вы говорили здесь? Станица Гастагаевская, да, у нас точечные застройки. Угу. Ребят, также ранее я вам снимала и показывала дома. Это также «Стройгарант Анапа» строит, поселок Морской. Сейчас мы поедем посмотрим и вам все покажем. Мне уже здесь подарочки, смотрите, подарили, я вам потом покажу. Ну что, ребят, мы приехали на объект. Показывать вам будем вот этот дом. Вот эти дома тоже «Стройгарант Анапа» строила, но они уже проданы. Уже, да, они уже все заселены, все имеют своего хозяина. Вот, остался у нас один дом. Вот успевайте купить. Смотрите, калитка уже есть, забор стоит, ворота кованые. Сколько соток? Здесь ровно 5 соток. 5 соток. Угу. Сколько места? Так, мы обошли дом с другой стороны. Со стороны террасы обошли дом. Здесь мы можем попасть внутрь. Угу. Здесь у нас уже плитка, видите, выложена. Скажите, дом это караэт или что это? Это декоративная штукатурка. Так. Здесь сразу у нас кухня, да? Это зона кухни, да. Угу. И гостиная совмещенная. Ребят, смотрите, вот задала вопрос, что это такое. Мне ответили, что это электрокотел. Вот электрокотел, да. Ну, здесь он будет стоять? Конечно, да. Это все входит в стоимость дома данного. Электрокотел и радиаторы. Оттенки такие хорошие, прям не надоедят. Лестница. Это у нас из чего? Лестница надежная, крепкая, из массива бука. Так, как-то мы с вами зашли, да, маленько? Непривычно. Так. Спальня на первом этаже. Центра очень светлая, просторная. Здесь 15 квадратных метров. Угу. Обои качественные выбираем. Уже установлены все розетки, выключатели, под телевизоры. Все выведено. Под кондиционеры, в каждой комнате. Здесь вообще, ребят, вход вот здесь, просто мы зашли с другой стороны, как вы уже это заметили. Двери сразу, да, хорошие уже стоят, мне это надо. Угу. Здесь вот можно встроенный шкаф, еще место. Кстати, сколько здесь квадратов, знаете? Здесь больше 6 квадратов. Угу, прям очень много мест. Санузел на первом этаже. Во, ребята, есть свет. О, заработала вытяжка. Она, да. Ее можно отключить, выключать. Угу. Все в кафеле. Пойдемте на второй, да? Потолки натяжные, скажите, или какие? Потолки здесь монолитные, оштукатуренные и оклеенные обоями. Сверху покрашены белой подэмульсионной краской. Угу. Так. А высота? Высота потолков 2,95. Ох, почти 3 метра. У нас окно. Кстати, лестница такая прям не очень крутая. Была, лестница, да, не крутая. Она удобная. Угу. С высотой шага очень удобный, комфортный. Угу. Мы поднялись на второй этаж, попадаем в коридор. Из коридора есть выход на 3 спальни и санузел второго этажа. Получается 4 спальни. Всего в доме 4 спальни. Угу. Так, справа у нас санузел. Окно, кстати, большое. Здесь у нас тоже спальня. Вот, самое главное, смотрите, заходите, и вы не будете биться, как обычно, вот,
занижает, и это очень неудобно. Так, свет включу, покажу. Двери хорошие стоят тоже. Что-то кажется, прям не 4 спальни, а больше. Потому что спальни большие, просторные. На втором этаже также в каждой спальне розетки есть и под телевидение, и под кондиционеры, сплит-система. Это, наверное, больше детская, да? Обои с рисунком, смотрите. Ну, вообще, ремонт сделан с классика, да? Да. Надоедать не будет ничего. Не так, как раньше, синий, зеленый, желтый. Данный дом сейчас находится в свободной продаже. Стоимость его составляет 4 700 000 рублей. Вот. Торопитесь, успевайте купить этот дом. Здесь очень хорошее место, удобное расположение. То есть до школы, остановки, магазина здесь не больше 2 километров. А что в этом доме? Есть коммуникации какие? Из коммуникаций здесь проведено центральное водоснабжение, электричество проведено мощностью 15 кВт и установлен септик. Септик дренажный, 8 кубов. Угу. Да, на новогодние праздники там подарки есть какие-то, скидочки что-нибудь? Это все оговаривается, но на этапе заключения договора. Угу. Ребят, мы приехали еще на один объект. Он находится уже ближе к центру станицы. Мы находимся сейчас на улице Урожайная, 17А. Возле дома здесь есть большая разворотная площадка. Прям огромная, ребята. Тут мы подъехали, как будто аж на 2 дома. Угу. Можно засадить розами, кстати, да? Как вариант. Угу. Обустроить клумбы. Вот. И рядом с домом здесь небольшая парковая зона. То есть здесь не будет застройки. Вообще здорово. Футбол гонять можно будет. Дом сколько квадратов? Дом 130 квадратных метров. А, тоже 130 квадратных. Пойдемте смотреть. Немного, ремонт стиле. Другой, да? Да. Угу. Также здесь уже забор установлен на цоколе ворота, калитка с кованными элементами. Угу. Кстати, я ни разу забор не видела такой серенький. Симпатично смотрится, что не черный. Это у нас септик, да? Угу. Да, здесь вот можно тоже засадить розами. Я знаю, что, кстати, писали много комментариев. Вот все в бетоне, зачем вы это делаете? А здесь, смотрите, здесь много места, где можно засадить. То есть многие, видимо, застройщики стали обращать на это внимание и оставлять землю. Да, в дальнейшем, чтобы хотите бетонировать и хотите засаживать розами. Здесь у нас ворота для машины. Если у вас 2 машины, можно также засыпать дальше, либо засадить тоже. Но я бы, конечно, тоже бы, скорее всего, засадила бы фруктовыми деревьями все. Здесь у нас цоколь другой, да? Да, тоже. Здесь другой стиль. Угу. Это декоративная штукатурка. Декоративная штукатурка. Это отличается, да? Угу. Пойдемте смотреть, да? Да, проходите. Здесь мы попадаем в большую прихожую. Прихожая у нас около 7 квадратных метров. Есть место установить шкаф-купе, и здесь зона теплых полов. То есть кстати, перебью, мы дом, который смотрели, про полы мы не говорили с вами, заметила. Да, там тоже 3 зоны теплых полов, прихожая, санузел и кухонная зона. Угу. Так, значит, здесь теплые полы, дальше у нас. Вот здесь есть санузел, здесь теплый пол. О, дверь какая необычная. Ой. Здесь тоже высота потолков 2,95. Угу. Ребят, мне кажется, еще ни один застройщик не делал, чтобы высота потолков была 2,95. Здесь у нас спальня. Как мы смотрели в первом доме, тоже она, видите, какая большая и окон много. Здесь у нас кухня-гостиная. Также выведены все розетки, да? Да? Кстати, очень много розеток. Для хозяйки это очень важно, да. Угу. 1, 2, 3. 3 по 2 штуки. Вообще здорово. Еще снизу. Угу. Здесь у нас теплые полы, да? Здесь у нас ламинат. Ламинат очень качественный. 34-го класса.
Я уже, кстати, знаю, что 34-й, это значит хорошего качества. Здесь у нас тоже выведено, да? Да, все. Здесь два окна. Кстати, вот много прям вот света, да? Белую тюльку повесить, и всегда будет светло. О, здесь у нас лестница в двух цветах. Так, пойдемте. Мне уже интересно на второй этаж попасть. А это обои тоже, да? Это обои. Поднялись мы на второй этаж. Слева у нас санузел. О, такой цветной немножко. Стекла тоже, видите, уже сделаны так, чтобы не видно было вас. Так, спальня. Спальни такие большие, хорошие. Так, я запуталась. Я тут не была? Нет. Еще одна. Вид очень красивый из окна. Вот, на, посмотрю. Конечно, зимой это вроде не смотрится, да? А вот летом, представляете, какая тут красота будет. Все зеленое. Эх, скорее бы лето. И еще одна. Посветлее. Здесь у нас везде ламинат, да, тоже? Угу. Двери, кстати, смотрите, здесь другие совсем. Так, а вот эти два дерева, это на участке или это... На участке, да. На участке. Здесь 5,5 соток. 5,5. Да, довольно большой, и на нем уже есть плодоносящие деревья. Так, вот это дерево на грушу похоже, а это может быть орех. Они уже большие, так что летом у вас будет урожай уже какой-то. Так, ну еще раз повторим, что участок у нас... 5,5 соток. Дом. Дом 130 квадратов. Коммуникации здесь проведены центральное водоснабжение, септик 8-кубовый и центральный и электричество 15 киловатт. Угу. А вы не знаете, септик надо выкачивать? Вы выкачиваете или она уходит? Нет, сколько я здесь живу, я не выкачиваю. Не выкачивали, да? Плюс большой. Ну и самое интересное, цена? Цена этого дома вместе с земельным участком 4 700 000 рублей. Угу, такая же, да, цена, такая как же, и первого. Ребят, ну на этом все. Задавайте вопросы. Я под видео оставлю ссылочки, контакты на YouTube канал, да, да, также оставлю. Вообще, в комментарии пишите, какие вопросы на все вам будут отвечать компания. Ну, если я что-то буду знать, я тоже буду отвечать. И если вы позвоните и скажете, что видели ролик на нашем канале, то, наверное, сделайте скидочку. Сделаем скидку, да. Обязательно. Угу. Все, всем пока-пока. Всем пока.